Скобеева определилась. На федеральном канале в прямом эфире Скобеева заявила о том, что полуостров Крым не принадлежит России. Вот сейчас как раз шло обсуждение Таурус. Решение практически принято. И по заявленным цифрам 500 километров. Но на самом деле потенциал Тауруса несколько иной, до 750, плюс возможность расширения потенциала топливных баков, это еще 15%, и итого мы получаем 900 километров. Ну, очевидно, они не собираются бить по территории Российской Федерации, но это в самом деле самая настоящая Третья мировая ядерная война. Ну, то есть бить они, скорее всего, будут по Крыму, а судя по кадрам, ну, которые мы все чаще получаем, тут вы разделяете бить территорию... они будут по Крымскому мосту. Как неловко вышло. Кремлевская пропаганда — это нечто. Но зато честно, Крым — это не Россия.